Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости моего канала. Ну что, продолжаем сборку и покраску модели ГАЗ-М1 от фирмы «Звезда». Что, покрасили, сделали камуфляж. Теперь пришла череда и делать фильтры. Фильтры я делаю так вот, использую фильтры от АК Интерактив, тут коричневый цвет, и намешиваю в блистерах от таблеток себе цвета. За базу беру АКшный фильтр, а масляные краски добавляю, какие мне надо. Например, вот здесь я буду использовать желтую масляную краску и белую. Здесь вот в этом месте размешано больше желтый с белым цветом. Здесь просто желтый с коричневым. Ну а тут уже основные фильтры. Ну, начинаем наносить фильтры на модель. Я всегда начинаю сверху более светлыми фильтрами, так как если смотреть, что мы делаем модели, которые должны быть похожи полностью на настоящие автомобили, крыша, чтобы была более выцветшего цвета. И потом к низу все более темными фильтрами начинаем. Закончил работу с фильтрами. Теперь даем машине просохнуть. Спасибо за просмотр. Ждите следующих видео.